Областная отчетно-выборная конференция – знаковое мероприятие для региональных представителей Белорусского республиканского союза молодежи. Проводятся такие заседания раз в 3 года, и именно здесь решаются как насущные проблемы, так и планы объединения на будущее. Почетным гостем и участником 34-й областной конференции стал губернатор региона Константин Сумар. Перед началом торжественного открытия председатель облсполкома с удовольствием пообщался с молодыми людьми, узнал их планы и перспективы. Современная молодежь, уверен губернатор, уверена в себе. Она знает, чего хочет и к чему стремится. Со дня становления вот этой организации было много бутафорий, было много говорили, а меньше делали. Надо сказать, что за это время они изменились качественно, очень серьезно изменились. Я не раз уже отмечал, что у нас растет достойная смена, потому что даже по итогам прошлого года огромное количество молодых людей работало в стройотрядах. С помощью молодых было трудоустроено около 9 тысяч тоже тех людей, кто хотел трудоустроиться и работать. И самое главное, очень большую работу они проводят именно среди своих сверстников по разным направлениям. За прошедшие несколько лет Брестская областная структура БРСМ добилась довольно высоких успехов. За период с 2011 по 2014 годы руководством объединения было организовано огромное количество ярких и необычных мероприятий. Проведена большая патриотическая и воспитательная работа. Немаловажное значение отводится и кадровой политике, а также показателям численности членов организации в районах. По состоянию на май 2014 года Брестская областная организация БРСМ насчитывает в своих рядах 60505 человек. Высокая численность организации к общему числу молодежи в регионах Ганцевичском, Столинском, Барановичском районах. Общественное объединение Белорусский республиканский союз молодежи является правопреемником комсомола Беларуси. Целью объединения является создание условий для всестороннего развития молодежи, раскрытие ее творческого потенциала, а также содействие формированию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях. В Брестской области развитию молодежной инициативы уделяется особое внимание. Участники конференции за эти слова ручаются полностью. В наших рядах состоит 55% от общего числа студентов университета. Это достаточно серьезный показатель, и работать с ними приходится очень тщательно и скрупулезно. Но, конечно, ребята бывают различного профиля. Поэтому кто-то больше интересуется трудоустройством, кто-то волонтерством. Разные направления деятельности позволяют молодежи заинтересовать их по-разному. Главное достояние Белорусского республиканского союза молодежи – это, конечно же, студенческие отряды – строительные, сервисные, педагогические, сельскохозяйственные. Каждый год огромное количество молодых людей совершенствуют свое педагогическое мастерство в лагерях, помогают проводить наиболее знаковые мероприятия и, что немаловажно, трудятся на передовых строительных объектах как нашей республики, так и за рубежом. Мне очень с детства самому нравится стройка, и строительные отряды, считаю, что как молодому специалисту в них можно набраться опыта, потому что, когда мы учимся, мы получаем, скажем так, теорию, а строительные отряды – это именно опыт, очень богатый опыт, и мне позволяет как молодому специалисту, скажем, стать очень квалифицированным. Молодежь Брестской области полна новых планов и идей, а потому Берестейский регион ждет только светлое будущее.